Достойно наш город представили кунгуряки и на конных скачках. Екатерина и Павел Сунцовы с напарниками вернулись призерами из краевого соревнования, прошедшего на днях в Чернушке. Скачки стали завершающим в этом сезоне. Оттого выход на стартовую линию становился еще более волнительным. Для кунгурского жеребца Граузора эти соревнования стали первыми в жизни. До победы ему не хватило опыта, но серебро для дебютанта – это отличный результат, отмечает хозяйка. Выступление еще одной представительницы кунгура, лошадки Белки, принесло в копилку кунгуряков еще одну серебряную награду. Самой зрелищной на соревнованиях оказалась скачка для пони. Кунгуряки в этом виде соревнований приняли участие впервые. На пони выступают дети не старше 14 лет. Наставником нашей представительницы стала 13-летняя Настя Борисова. Сейчас лошадок ждет отдых и новые взлеты уже в будущем спортивном сезоне.